этот комбинезончик для маленькой собачки, которую зовут Моника. Это девочка, как вы поняли, поэтому девочке нужны всякие такие цветочки. Вот смотрите, как получилось. На мой взгляд, очень нежно, очень так симпатично. Маленькие бутончики, цветочки, простенькие очень цветочки. Простые в изготовлении, не замороченные по форме. Вот такая вот маленькая одежка для маленькой собачки. Я хочу вам показать, как она делается. Самое первое, что нужно сделать, это разработать модель. И потом по этой разработанной модели снять мерки, записать это все. Какие мерки нужны? Ширина плеч, длина холки, длина грудки, окружность шеи, расстояние между лапами, передними и задними, если есть разница, длина лап, окружность лап, обхват корпуса, окружность. И все. Вот такие вот мерки нужно снять и потом по этим меркам создать шаблон, на котором все рассчитать, прибавить на усадку шерсти коэффициент усадки. В моем исполнении это, ну, как правило, плюс 45% я добавляю от готового изделия. И у меня получается с теми материалами, с которыми я работаю, у меня получается изделие как нужно. И вот на основании всего этого я делаю шаблон. У меня шаблон, смотрите, получился. Вот я сделала основу этого шаблона на основании расчетов, которые, о которых я только что вам сказала. Я вот эти все мерки нарисовала и потом прибавила с учетом усадки, увеличила мой шаблон вот на 45%.
Ну и потом вот по такому принципу, как шерсть усаживается, я немножечко подкорректировала мой шаблон. Например, вот здесь вот я, видите, от горлышка до плеч я сделала вот такое скругление, и то же самое я по бедрышкам сделала. Дальше я сделала шаблон в 3D формате. Вот эти вот лапки у меня, они будут прямо вот здесь на этом шаблоне. Вот так вот вокруг у них будет раскладываться шерсть. И таким образом я буду валять уже на таком шаблоне, который у меня удобно сделан. Вот смотрите, вот здесь я эти лапки прошила, пришила вот эти шаблончики этих лапок, да. И тогда я буду раскладывать вот с этой стороны, потом я разверну вот так и буду раскладывать с этой стороны. И когда я поднимаю, вся эта шерсть будет у меня вокруг вот этих вот шаблончиков, и это будет 3D формат. И обратная сторона. Для реализации данного проекта мне понадобится, кроме вот этого шаблона, еще некоторые дополнительные вспомогательные блокираторы. Вот, например, чтобы сделать вот эти цветочки, вот такие цветочки, мне понадобятся вот эти вот блокираторы. Видите, какого размера они будут расположены с обратной стороны. Один здесь и два вот здесь. Вот так вот. И на этих блокираторах мы будем раскладывать цветочки. Чтобы сделать колье, вот это вот колье, которое вокруг шейки, его можно отдельно надевать, но, например, Моника не переносит, когда ей на шею что-то через голову надевают. Поэтому у Моники будет вот так вот оно, смотрите, монолитно сделано с самим комбинезончиком. Вот у меня рисунок колье, я тоже пишу размеры этого колье, сколько будут обхват шеи, ширина, какое это будет колье в готовом виде, и потом добавляю те же 45%, мои привычные 45%. Цветочки здесь будут маленькие, у собачки немного шерсти на шее, и она будет выглядеть не очень-то, ну, не очень-то гармонично, если будут огромные цветы, поэтому цветочки вот здесь вот маленькие, она будет очень аккуратно выглядеть. Как оно делается? Вот смотрите, вот такой вот шаблончик. И дальше вот таких 5 маленьких блокираторов для изготовления этого колье. 3 с одной стороны и 2 с другой стороны. Все это раскладывается по круговой. Ну и цветочки вы потом посмотрите на видео по изготовлению этого комбинезончика. Вы можете это все увидеть. Для того, чтобы разложить на этом шаблоне всю раскладку для изготовления данного комбинезончика, вам понадобятся еще некоторые блокираторы. Вот когда мы будем работать с этой стороны, где у нас лапки, начнется раскладка с того, что вот здесь вот сначала раскладывается эта грудка, вот шея и грудка. Вот раскладываются все вот эти вот лапы с этой стороны, потом кладется блокиратор, который будет соответствовать вот этому расстоянию между лап. Видите, я эти блокираторы, вот я их пришила ниточками, чтобы никуда уже ничего не делось. Стежками очень простыми туда-сюда, туда-сюда. А потом я разворачиваю и делаю то же самое между этими стежками. И получается у меня такая вот прочная достаточно стежка. И когда я разложила вот то, что я только что рассказала, только вот это все, потом я кладу блокиратор, который соответствует моему вот этому размеру, видите, между этими центральными лапами, и чтобы вот эти места выходили за пределы моего шаблона, чтобы шерсть не пересекалась между собой. И потом я раскладываю уже разложенные вот здесь шерсть, я заворачиваю эти лапки, раскладываю дальше шерсть и потом кладу еще один блокиратор, чтобы у нас вот тут вот лапы между собой не пересекались. Вот я кладу для этого блокиратор и потом разворачиваю вот так вот. Продолжаю работать с этой стороной. Потом, когда я заложу
эту сторону все уже, да. Я потом переворачиваю вот таким образом. И у меня здесь вот будет две полочки, как бы, да. Одна будет накладываться на другую. Сначала я раскладываю ту полочку, которая будет внизу. В данном случае у меня вот эта полочка. Вот, вот так вот она. Можете начертить себе, если вам так удобнее. Потом, когда я разложу эту полочку, я кладу здесь блокиратор. Вот так вот кладу, чтобы вот это все, что у меня здесь разложено, перекрывалось. И потом раскладываю следующую сторону, другую сторону, вот до этих пор. Здесь прозрачный материал, через который будет видно, сколько мне тут раскладывать шерсти. Вот и все, что понадобится в качестве шаблона, в качестве блокираторов для того, чтобы изготовить вот такое вот замечательное изделие для наших любимчиков, для наших домашних питомцев. Дальше я вам покажу в других видео, как делать вот эти простенькие, симпатичные цветы, которые прямо вот будут на изделии изготавливаться. Это очень просто. Я вам все это потом покажу. Посмотрите, здесь две разные модели. Вот это комбинезончик, а это жилеточка. И вот цветочки здесь тоже разных размеров. Вот чтобы получить вот такие вот цветочки, нужно, смотрите, сделать блокираторы немножко больше. Вот здесь блокиратор такой, а здесь вот такой. Но для того, чтобы получить, например, вот такое вот колье, естественно, блокиратор должен быть еще больше. Вы рассчитываете то, что вам нужно, и пользуетесь. Клюша знает. Вы рассчитываете так, чтобы вас устроило ваш собственный размер, который соответствует вашей модели. Ну вот и все, что я могла вам посоветовать из моего личного опыта. Видео по изготовлению вот такой вот жилеточки у меня уже есть на канале. Оно называется «Манто для плюши» или «Плюшевое манто». И если вам интересно будет изготовление вот такого комбинезона, это видео, скоро оно выйдет у меня на канале. Не пропустите, пожалуйста, комментируйте. И заходите почаще в мою творческую мастерскую, мои дорогие творческие друзья. Всего вам доброго!